В Люберцах прошли тренировочные учения по ликвидации техногенной катастрофы на одном из местных объектов ЖКХ – котельной. Подобные мероприятия в городском округе проводятся минимум раз в месяц. Их цель – координация действий всех коммунальных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций. Важная задача – ликвидировать техногенную катастрофу, которая, по легенде, произошла на Люберецкой котельной. Специально для учений была сымитирована следующая ситуация. На объекте произошел прорыв газопровода, в результате чего без тепла и горячей воды остались 14 близлежащих домов. 65-й по 232-му прибыл к месту. Еще до прибытия первого пожарного подразделения добровольные пожарные от Люберецких теплосетей и водоканала начали имитацию тушения, а прибывшие на место газовые службы перекрыли подачу газа, чтобы предотвратить возможный взрыв. В целом оцениваю, что задачи справились, учение прошло хорошо, но недостатки есть, мы их видим, мы над ними будем работать. Недостатки есть, такого не бывает, чтобы без недостатков. Тем не менее, коммунальные службы с задачей справились полностью. Катастрофу и ее возможные последствия ликвидировали, во временные нормативы уложились. Особо следует отметить работу пожарных служб. Пожарные с поставленной задачей справились. Задача была следующая. Первая – это не допустить распространения огня на сгораемые элементы здания котельной. И основная, конечно, задача была для пожарных – это эвакуация пострадавших. По тактическому замыслу в ходе аварии на котельной пострадал мужчина. После успешной эвакуации его оперативно доставили в больницу. Всего в учении было задействовано 78 человек. По окончании мероприятия руководители структурных подразделений поблагодарили его участников. Следующее учение планируется провести с привлечением оперативных служб Подмосковья. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.